Добро пожаловать на канал Инстаринограмм. Меня зовут Ирина, и сегодня у нас с вами будет распаковка посылки с сайта iHerb. Ну, непростая распаковка. Увидите, какая она сегодня будет, немного странная. Вот такое коробище опять я заказала в прошлый раз. Пятую неделю жить на карантине. Я ничего не заказывала, не снимала. Вот в конце карантина решила, наконец, сделать какое-то видео для вас, распаковку. Да, вам такой сникпик. Загляните. Если вам кажется, что там только продукты питания, вам не кажется. Это новый прикол iHerb. Вы помните, ну, когда смотрел видео мы в декабре, что начинались все вот эти со стороны Норвегии, повышение пошлин и так далее. Убрали, точнее, вообще лимит заказа был раньше 350 крон. Теперь с 0 крон вы заказываете вот эту, одну такую коробочку, и вам пошлина идет в полном размере. То есть это в 2 и более раз дороже эта коробочка будет стоить. Вот. И с марта месяца, уже весь март это продолжается, нам на сайте даже недоступна никакая косметика, ни столовые приборы. Хотела Антону заказать. Ему так понравились Сонины принцессы, вот эти ложка и вилка. Я хотела бы заказать тоже. Просто недоступно на сайте. И что делать? Увидите, что мне пришло сегодня сделать. Здесь у меня будут, значит, вкусняшки с iHerb. Не знаю, как начать вообще, какой сегодня будет выпуск. На коробочке я не делю, потому что сейчас быстренько выкинула всех во двор погулять и снимаю для вас вот как есть. Не буду раскладывать по коробкам, не буду делить, наверное, этот выпуск на две распаковки. Просто быстренько сегодня показываю вам, что у меня есть. Еще немного вступления, сразу вам покажу содержимое сегодняшних моих коробок. И списки, которые я собирала более 2 лет уже, тоже мне недоступны, там только продукты питания из них. На Love Letter тоже ничего недоступно, но вот какие-то корейские средства, там парочка средств есть, тоже непонятно, можно было их убрать, не знаю. Короче, какая-то бредятина, совершенно, мне кажется, нелогичная, потому что, ну, эпидемия, наверное, в первую очередь не должны пересылать продукты питания. Почему не пересылают крема, наоборот, какие-то игрушки? Непонятно, короче, и что мне пришлось делать. Не все, конечно, из того, из своей корзины, которую я собрала на iHerb до того, как это случилось. Я нашла в других магазинах, но вот, как видите, я очень старалась и что-то, кое-что нашла у нас в Норвегии. Давайте тогда, раз эта коробка у нас здесь, я вам буду рассказывать. Нашла солнцезащитные крема Badger в магазине skinlove.no. Могу вам оставить, то из Норвегии, может быть, вам пригодятся мои явки и пароли. Я делала большой обзор на различные солнцезащитные средства, в том числе от Badger, они у меня были в фаворитах. Вот, можете посмотреть целое видео, наверное, не буду долго я о них рассказывать. Сегодня будет очень много товаров, не хочу снимать много видео на эту тему, просто хочу показать и все. У них потрясающие составы, совершенно не токсичные. Довольно-таки плотная текстура у них. Вот, они все с активными ингредиентами идут. Так, вот видите, все запломбировано. Конечно, они маслянистые за счет того, за счет своей натуральности. Это часы сняла. Сегодня такая будет некрасивая. У меня передняя панелька отвалилась от часов, и мне теперь к часовщику никак не пробраться. Старый дядька, я надеюсь, он в безопасности сейчас находится. Вот. По моему мнению, и по составу, и по потребительским качествам, это лучшие солнцезащитные крема из натуральных, которые я купила. В прошлом году я тестировала очень много разных. Оксицинка, нано, биоразлагаемая. Все с ними в порядке. Купила новинку для себя, вот такой вот крем попробовать. Кстати, сегодняшний выпуск будет iHerb лучше, потому что в большинстве случаев я заказала сегодня свои фавориты, но будет вот парочка каких-то новых средств, которые я хочу попробовать. Оливковое касторовое масло, пчелиный воск, ромашка, календула. Вот совершенно такой немногочисленных ингредиентов состав. Что я очень, за что я очень люблю Badger. Сертифицированный органически, все из D-Organic стоит сертификат. Ну, София очень кожа сухая, раздраженная, бывают трещинки, царапинки.
Вот буду успокаивать его при помощи такого вот бальзама детского. Это что у меня здесь? Это мы сейчас как раз ту сухую кожу лечим при помощи такого крема от Веледа Календула. Ну, Веледу мне вообще удобно покупать в Норвегии, если честно. Если одну коробочку, конечно, можно и на Хербе заказать. А когда нужно много коробок, я заказываю просто в Норвегии. Это европейский бренд, поэтому в Норвегии даже можно и дешевле найти, чем на Хербе. Состав у него потрясающий, как обычно. Календула здесь идет, запах. У меня вообще в нем все устраивает. Единственное, что этот крем, он не для вегана, потому что в составе есть овечий жир, ланолин. Вот, но он отлично заживляет ранки. Соня себя расчесывает, очень быстро у нее сохнет кожа, очень быстро она расчесывает, появляются царапины. Этот крем отлично справляется со всем. Давайте достанем крем, которым сейчас пользуемся. Вот Соня что с ним сделала. Такой у него металлический тюбик. Вот я такой вот текстуры крем. Заодно себе ручки увлажню, которые антисептиком. Кожа убитая, увлажнение никогда не помешает. Вот, и посмотрите, в каком количестве я заказала этот крем. Это не все количество, которое я заказала, конечно, во время подготовки к видео, потому что, ну, многое мы уже использовали. Вот у меня пустые коробки здесь. Просто чтобы вам показать то, что мы сейчас пользуемся. В каждой из комнат стоит в открытой баночке. Здесь тоже, смотрите, зубная паста. Это только в ближайшие дни, когда я готовила это видео, я решила просто поинтересоваться самой. Мне самой стало интересно, а сколько я вообще вот за этот период... Это не все, кстати, баночки. Дети куда-то угнали какие-то из баночек. Это далеко не все, что были на самом деле. Зубная паста тоже у нас улетает быстро. Это просто лирическое отступление, если кому-то интересно, чтобы понимали, что это действительно наши сейчас фавориты. Вот, кстати, визитка лежит Skin Love, магазин, где я покупала Badger. В Норвегии они продают некоторые из Badger. Вот, Веледа продается в очень многих магазинах, можно еще и повыбирать и найти самые лучшие предложения. Это, по-моему, вся Веледа, которую я покупала. Еще должна быть в другой коробке у меня. Сейчас сразу все покажу вам. Сегодня у меня такая хаотичная распаковка. Вроде бы вся, которая еще пока не открытая. Но быстро баночки открываются новые. Очень много сейчас мы ее используем. Вот. Но работает отлично. Баба ботаников, к сожалению, сейчас не заказать. Хорошо, что есть Веледа. Веганом, конечно, если бы я была веганом, мне бы сейчас было не сладко, потому что в Баба ботаников нет ни ланолина, ничего. Он абсолютно веганский такой вот для тех, кто относится к этой категории. Вот, нашла у нас такой пиклинат цинка 22 миллиграмма Сульгар. У нас в Норвегии нашла на Мед-24, кому интересно. На Хербе, конечно, если бы я заказала, мне бы прислали, они высылают витамины и так далее. Но не было, все было распродано, весь цинк был распродан на Хёрби по понятным причинам, потому что сейчас идет эпидемия, а цинк — это тот витамин, точнее микроэлемент, который поддерживает иммунную систему, способствует тому, чтобы она работала без сбоев. Это нам сейчас всем нужно, детям, конечно, я не даю. Это взрослый вариант. Вот я себя подсадила, заставляю себя одну таблеточку в день, и мужу тоже даю. По одной таблеточке в день. Я считала, что для здорового взрослого мужчины нужно 11 мг в день цинка. Вот здесь 22, идет двойная доза. Кормящей женщине нужно больше, чем мужчине. 13 беременной нужно столько, сколько мужчине. А просто женщинам 8 мг. Вот, но здесь идет 22 миллиграмма. Видела на Labdoor, был цинк от Сугар, другая баночка была, 50 миллиграмм, но это слишком, конечно. Там, конечно, ужасные баллы были за это скинуты этому БАДу, потому что 50 миллиграмм слишком много, 22 в самый раз, но тоже не переборщайте, одну таблетку в день, это все максимум, потому что цинк вы получаете и из других
источников из пищи, вот, а передозировка цинка дает обратный эффект, то есть можете наоборот посадить свою иммунную систему, там могут другие быть, и работы, и так далее. С этим баловаться нельзя, конечно, нужно соблюдать дозировку очень кропотливо и тщательно. Что сейчас требуется нашей иммунной системе, какие вещества в первую очередь, это да, цинк, витамин С, витамин D и рыбий жир. Тоже нам нужно омега-3 жирные кислоты. То, чем я лично сейчас поправляю свой иммунитет. Точнее, не даю ему упасть и пропасть. Вот это тоже наша любимая зубная паста. Тоша ее ест. Тюбик за тюбиком улетает. Это уже пустая коробочка. Просто судорожно достаю из коробки пачку за пачкой и думаю, останется что-то к съемке видео или нет. Вот то, что осталось, я вам показываю. Любимая зубная паста от Веледы. Где я ее заказала? На Shopping for Net. Что вот эту? Этот крем с календулой, там самый дешевый. А ведь когда-то и зубную пасту тоже я покупала на iHerb, когда я в нее и влюбилась. Опять Веледа. Тоже покупала на iHerb первый раз. Дикая роза, мой любимый дневной крем. Тоже у меня все закончилось. Купила у нас на Shopping.net, по-моему, тоже на Ellison. Дороговатые скидки их почему-то не всегда срабатывают. Вот, поэтому покупаю на Shopping.net. Тоже любимый крем. Отличный состав у него. Потрясающий. Очень нежный запах. С ирисом мне не нравится из этой серии. А вот роза просто очень хорошо пошло. Это совсем не iHerb. Если кому интересно, купила с безопасным составом такой вот кондиционер для волос. Он есть, кстати, на 4Fresh. Кому интересно, могу и код на скидку дать. Это мне какой-то пробник засунули. Это был не iHerb, это магазин в Норвегии. Это, ну, не знаю, интересно вам или нет, просто здесь у меня все в одной коробке было. Это я заказывала опять с Shopping.net. У нас на Мед24 тоже есть это бренд Urtekram, датский бренд. Отлично, у них органический состав, у них идет, смотрите, эко-сертификат. Космос. Вот. Единственное, что вот эти мыло для рук, у них все идет с кокосульфатом. Ой, даже разные заказала. Она сказала, что я не только вот такие заказала. Там скидка была просто в этом магазине 20%. И я набрала, потому что сейчас я не могу заказать мыло свои любимые с iHerb, с потрясающим составом. Это вот это Maison de Provence, Dirt Essence с чайным деревом и Deep Steep. Мой любимый грейпфрут и бергамот. Не нашла ни в одном магазине, не нашла. Я еще недавно делала заказ с Lucky Vitamin, тоже американский магазин. Очень много у них товаров с iHerb есть в наличии, но вот ни одного из моих любимых мыл для рук жидких у них, к сожалению, не было. Поэтому я купила такой вот Urtekram с кокосульфатом. Ягодки и вот такую вот березку. Ну, кто живет в России, в тех регионах, у вас есть 4Fresh, хороший магазин, можете там посмотреть, попробовать, если вам интересно. Еще одна коробочка. Нет, не нашла опять я красные чечевицы на iHerb. Нет, я заказала какую-то в Мед24. Очень люблю деткам готовить. А на iHerb я очень любила от Arrowhead Mills. У меня уже практически не осталось Arrowhead Mills, поэтому купила какой-то другой бренд. На Траке. Вот эти салфетки меня просто покорили. В прошлой, позапрошлой, по-моему, распаковке были. Купила одну пачку. И теперь смотрите, сколько у меня их. Нашла у нас на Мед24. Прощелкала, была такая у них акция. Очень дешево. По окончании акции они стали на 6 крон дороже за штуку. Вот эти салфетки на Траке для меня сейчас просто самый-самый-самый фаворит. Потому что у них состав безупречный. У них одушка есть, но аромат совершенно-совершенно легкий. Я его просто не ощущаю. Он такой же воздушный по сравнению с тем же органик. Экоблогеры убедили меня в том, что у них натуральная одушка. Но они такие вонючие. Я просто не смогла. Они жесткие, они вонючие. Вот эти салфеточки, они мягенькие.
смотрите, они не тянутся, как полиэстеровые салфетки. Они вот так похрустывают, если вы слишком сильно потянете, они легко порвутся. Но вот они тоненькие, им очень удобно. Потребительские свойства у них просто высочайшие. Запах еле заметный, поэтому для новорожденных детей я бы взяла сейчас вот эти салфетки просто уверенно, абсолютно. Потрясающе. Сейчас моя любовь, One Love. Просто ты мой любимый клипер, кому интересно. На Мед24 заказывала. Один раз купила этот чай. Это чай из листьев малины. Здесь 50% листья малины. Беременный, кто в третьем триместре, очень полезно. Вот. И вообще для женского здоровья очень полезно. В первом триместре не рекомендую. Лучше к концу беременности чай из листьев малины пить. И здесь много всяких... Здесь и ягоды малины идут, как вкусовая добавка. Гибискус и так далее. Просто обалденный, потрясающий чай. Если увидите, то рекомендую. Такие вот пакетики. Аромат просто офигенный. Аромат абсолютно органический, натуральный. Здесь даже стоит эко-лист, евролист, экологический сертификат. Потрясающий чай. У нас есть клиперы в супермаркетах, я видела, но вот огромный ассортимент, вот этого нет. Только на Мед24 я нашла. Это просто лирическое вступление снова. И мы переходим непосредственно к iHerb сегодня. Как я буду это делать? Наверное, я коробку отодвину, потому что будет ничего не видно. Toddler Mom я заказала тоже от Hot Kid. Органические такие вот рисовые галеты для подросших детей. Еще пока не заказывала с гранатом, но вот очень понравилось Антоше с киви, с клубникой у нас были. И все из этой же серии. Органические все ингредиенты. Здесь уже идет, видите, немножко сахара органического. Поэтому это не для самых маленьких бебиков. Для самых маленьких бебиков я, по-моему, тоже заказала. Вот как раз киви, которые Тоша любит. Toddler Mom. Да. Вот, для бебиков. Тоша тоже стал на прогулках. Сейчас мы в изоляции, самоизоляции. Выбираемся в лес на прогулки. Дети едут в коляске и грызут вот такие вот штуки. Соне хочу предложить новое что-то попробовать. Она уже тоже мне подросла. Срок годности прямо до моего дня рождения. Когда мне исполнится 37 лет. Давайте откроем, а что-то не видел вдруг. Вот пакетик, в нем еще пакетик. Так вот вы разрываете, и там две такие вот печенюшки. Они очень хрупкие, конечно, их нужно очень осторожно брать с собой на прогулку. Вот, я беру их прямо в коробке, чтобы они не разломались. И вот эти, наверное, не буду обе коробки сейчас открывать. Покажу вам на примере этих гранатовых. Их я еще никогда не пробовала. Вот есть такие вот пакетики и опять... Две печенюшки. Вот эти гранулы, они всегда очень ароматные. Очень нежный аромат. Денег камера не передает, но поверьте мне, это очень вкусно. Опять заказала коллаген от Zint. Второй раз заказываю вот такой вот объем. Сколько здесь? 283 грамма. 300 грамм. Вот. Утром на голодный желудок. Там мерная ложечка есть. Сейчас открою, что ли. Вот, можно будет закрывать ей замочек. Есть мерная ложечка. Вот такой вот он. Вот такая вот он консистенция. Конечно, не самое приятное удовольствие кушать, выпивать коллаген. Лучше, конечно, его в соке разбавлять, потому что вкус не очень приятный, мне вообще не нравится. Ужасно приходится заставлять себя, но нам нужен коллаген для наших костей, для нашей кожи, суставов и так далее. И говорят, что организму слишком много его не бывает, он его прям впитывает, как губка, всеми своими клетками.
Вот один тоже фаворит. Опять фавориты у меня из прошлой. Посылки. Из этой посылки следующий тоже буду заказывать, потому что улетает сейчас как раз. Детям готовлю дома целый день. Без этого я просто не могу. Это приправа универсальная от Frontier. И для меня это просто потрясающий без содиумный, без бульон, без соли. У него потрясающий аромат, потрясающий вкус. Ничего не надо выбрасывать. Прям вот как приправу кидаете, и получается у вас бульон. Ничего готовить не надо, экономить время. И очень вкусно. Дети любят. Все органическое, все сертифицированное. Ведь сертификат стоит CSD Organic. Потрясающая помидорка здесь есть, и лук. И даже зира, вообще здесь классный состав, очень вкусный, ароматный бульон. Не приправа, для меня это бульон. Давно не заказывала уже я Yum Earth. Органические конфетки на палочке, SD Organic сертификат. Но тоже детям, но перебарщивать не стоит, потому что здесь сахар, хоть и тростниковый, органический, но все равно сахар. И все красители, ароматизаторы абсолютно натуральные. Вот такие вот конфетки на палочке я две достала. Здесь обе оказались виноградными. Я очень люблю вот эти вишневые. Так и достаете, такая вот конфеточка. Очень вкусные, очень ароматные. Даже не верится, что они натуральные абсолютно. 50 конфеток в упаковке. И вкусы арбузная, гранатовая, вишневая, персик, ягода какая-то. Я так и не поняла, что это манго, клубника, виноград. Очень вкусные конфеты, очень популярный товар на iHerb вообще. Не думаю, что кто-то о них никогда не слышал. Ой, какой-то новый вид, опять органический чай из листьев малины. Traditional Medicinal в составе 100% листья малины. Да, тем, кто беременный, особенно в третьем триместре, всем рекомендуется. Перед родами я пила как раз вот этот 100%, перед тем, как поехать в роддом. Так, я открыла пакетик. Новый вид у них. Последний раз я покупала, они по-другому видели, выглядели, чтобы все у меня закончилось. Пакетик, и здесь написаны различные цитаты. Из Шекспира здесь цитата мне попалась в этот раз. И по тому случаю, что нам только теперь еду присылает iHerb и ничего другого, я заказала Habanero Lime, свои любимые вот эти вот палочки из горошка зеленого. Сейчас как будто будет вкусно. Почему я только одну заказала, я не знаю. Вот эти потрясающие палочки из запеченного горошка, запеченного в духовке. Здесь ни масла, ничего нет. Одни только органические, сертификат USD Organic, ингредиенты. Потрясающие. Каенский перец и солька, и масла, все натуральное, все вообще без каких-то добавок искусственных. Еще что я заказала, здесь у нас батончики Peanut Dark Chocolate Chunk. В таком, в новом виде я не, точно не заказывала. Именно вот этот вкус батончиков, возможно, я в давнишнем их обличье 2 года назад заказывала. Точно уже не помню. Популярные батончики от California Gold Nutrition. Они идут с арахисом и темным шоколадом. Такие батончики. Такие вот классные, очень вкусные. Видите, прям и шоколадки, кусочки шоколада и орешки. И все там нуга, какие-то там тоже полезные сладкие
Love. Видите, сахар здесь только в составе шоколада, а так здесь подслащено абсолютно натуральный мед, изюм и так далее. Все сладкие компоненты абсолютно натуральные. Видите, здесь без глютена, без ГМО, без сои, нет трансжиров. И белок именно растительный здесь идет. 12 батончиков, отличный вкус, очень вкусно, очень всем рекомендую. Снова заказала себе зеленую папайю, как кормящая мать. И вообще она здесь идет как помощь пищеварению. Вот, ну, я как кормящая мать использую это также и для выработки молока. Еще пока кормлю грудью ребенка своего годовалого. Вот он, зеленая папайя имеет такое свойство, она заставляет наш мозг производить еще больше гормона пролактина. И у нас вырабатывается лучше грудное молоко. И вообще очень много полезных свойств, много витаминов в этом фрукте, в папайе. Я даже обычную рыжую папайю не могу просто так достать. Ну, эти специальные магазины в каждом супермаркете продают. Вот, а так есть здесь капсулы и все. Высушено, все полезные свойства сохранены. И я считаю, что для меня это самый удобный вариант употреблять именно зеленый папайя и для пищеварения, и для здоровья, и для лактации. Еще Baby Mom здесь оригинальная. У меня идут две коробки. Как я вам показывала. Вот я три оригинальные заказала в этот раз. Ой, четыре. Четвертая коробка, вот эти оригинальные. Видите, действительно фавориты. Сразу же, знаешь, что тебе это нравится? Вот еще одна баночка идет у меня. Бульона. Кстати, Ахерб сейчас больше 4 единиц одного товара не присылает. Вот я 4 заказала. Максимум. Вот это захотела попробовать. Такие вот перчики. Я уже вижу дно коробки и понимаю, что я не заказала ройбуш. А ройбуш у меня практически закончился. Что делать, я не знаю. Распаковку я так срочно начала делать, потому что была уверена, что там ройбуш лежит. Заказала такие перчики попробовать. Не заказывала раньше. Копченый перчик. Копченые красные халапеньосы. Без ГМО, без ЭТО, без этиленоксида. Просто копченые халапеньосы. Просто интересно мне было. Заказывала чили. Вот эти чили фронтеры заказывала и увидела просто кайенский перец. И увидела вот эти. И просто решила, не смогла пройти мимо. Вы видели, здесь все было запломбировано. Очень хорошо. Запах просто очень копченый. Я не знаю. Безопасного вида копчения не существует, как известно, но я надеюсь, что небольшое количество такой приправы вреда огромного организму не нанесет. Здесь можно так открыто побольше высыпать, можно через эти дырочки. Вкусно, конечно. Ну, наверное, просто раз попробую. Ради интереса просто попробовать купил. Не думаю, что это прям очень так полезно, но... И купила кайенский перец от Frontier. И кайенский перец от Frontier. У нас ни один прием пищи без огромного количества молотого чили не происходит. Поэтому улетает быстро. Заказала 0,5 кило. Скоро же придется заказывать снова, скорее всего. Здесь же он не идет как органический, просто обычный. Сертификатов здесь нет, как вы видите. Вот чем мы питаемся ежедневно. Также фавориты с чили и лайм у меня такие вот крекеры. Mary's Gone Crackers. Семечки тыквы, здесь различные семечки. И вот эти вот лайм и хабанеро острые перчики. Красный просто обожаю. Здесь я такой рецептик тоже делала, который здесь нарисован. У меня другая упаковка.
упаковка другая. Здесь был рецепт. Смотрите, кладете огурчик на эту печеньку, потом на нее лайм, потом... А там рыбка, по-моему, красная была, что-то такое, укроп. И травка какой-нибудь можно украсить, да, типа укропа. Ну, раскрошились они у меня. Ну, как, какие-то целые, какие-то раскрошенные приходят. Которые в центре нормальные, какие-то пострадали во время перелета. Я их попробовала, и знаете, не только упаковка изменилась, изменился вкус. К сожалению, не в лучшую сторону. Видите, чили здесь вообще в самом конце идет, лайма здесь практически нет. Остроты нет, они практически стали безвкусные, я разочарована на самом деле. А покупала как фаворит. Юзди органик, все органическое, но вкуса уже такого нет, который мне понравился в прошлый раз. Они совершенно не острые. Вот так бывает. Опять детям купила лакомство, 10 пакетиков с мишками. Единственное, что мне не нравится здесь, то, что витамин С идет 100%, то есть синтетический витамин. Слишком его много. Единственный минус лично для меня. Вот, а так, отличные мишки. Иногда можно... Думала в поездку покупать. Поездки все уже у нас отменены на этот год. Будем дома кушать. Опять я Мерфок, леденцы, открываете такой вот пакетик, достаете. Аромат уже прямо через пакетик чувствуется, очень ароматные вот эти мишки. Здесь различные вкусы, видите, манго, опять гранат, клубника. Тоша их просто обожает, сейчас с прогулки меня порвет. Такие вот мишки разноцветные там. Еще один фаворит мой, это паста тахини от Кивала органическая. Точнее, тахини — это паста из семян кунжута. Органический сертификат стоит. Но последний раз я заходила на с приложения, и она там ушла из продажи, как я поняла, к сожалению. Где теперь такой тахини классный брать, я не знаю. Другой бренд, который остался на Хёрби, мне не очень понравился, но придется заказывать его. Какие-то сегодня грустные новости. Будет что-нибудь сегодня веселенькое. Давайте какие-нибудь детские витамины посмотрим. Любимые витамины Тоши. Тоже я купила сначала ему 30 упаковку маленькую. Он ее быстренько съел. Потом купила 60. И он отказывался долго их есть. Потом я ему показала. Сказала, как это вкусно. Как это полезно. Сколько здесь витаминов. Какие-нибудь все натуральные. Вот, и он быстренько съел упаковку ту. Пришлось купить новую ему. Garden of Life, витамин кол для детей. Мультивитамины, абсолютно натуральные, никаких синтетических здесь нет. Чуть-чуть пальмового масла, что мне не очень нравится. Вот, а так вот состав именно из фруктов, ягод. Отличный комплекс здесь идет. Антон любит. Защитная крышечка от детей. Пломба. Баточка. И вот такие вот мишки, они идут прессованные, в виде таблетки в форме мишек. Вот. Мне очень нравится вкус, они очень вкусные, чуть-чуть сахара там есть. Вот, ребенку пришлось уговаривать, ему 4 года, поэтому, не знаю, все дети разные. То не нравится ему, то не нравится. Пока нравится, я его кормлю ими, тем больше. Это пандемия идет, витамины тоже очень нужны детям. Еще один мой фаворит — это кокосовый сахар от Nutima, тоже органический идет. У кокосового сахара у него гликемический индекс чуть даже ниже, чем у тростникового органического сахара. То сейчас я
пристрастилась, если что-то я добавляю, куда-то я добавляю сахар, я пользуюсь именно кокосовым. Недавно пекла детям булочки с корицей, использовала вместо обычного сахара вот такой вот сахар. И он как раз под цвет корицы идет, просто булочки у меня были маленькие негритята. Опять я купила эти крекеры, зачем я заказала две фавориты? Одно расстройство. И долго не могла купить вот эту вот омегу для детей от California Gold Nutrition. Долго ее не было в наличии. И наконец я ее нашла. Я покупаю, когда нет California Gold Nutrition, я покупаю омегу от Nordic Natural. Две упаковки Антон уже почти употребил. Вот. Единственная разница в том, что здесь вот этих кислот важных ЭПА и ДХА в два раза и даже меньше, чем в два раза будет меньше в этой дозе, которая здесь присутствует, чем в Nordic Naturals. Вот я просто что делаю? Я увеличиваю дозу вдвое, то есть вместо 3 я даю ребенку 6, и в итоге, если в Nordic Natural 90, то здесь 180, то есть одной упаковки хватает абсолютно столько же, сколько и мы употребляем Nordic Naturals. Омега-3 для детей. Омега-3 тоже очень важна для иммунитета сейчас. И витамин D здесь есть, правда, всего лишь 400 единиц. Несмотря на это, сдавал ребенок мой анализ крови недавно. Я купила ему отдельно 1000 единиц витамин D, отказывается есть этих мишек, вот, и у него отличные, вообще, идеальные анализы крови, и витамина D достаточно, и кальция достаточно, и всего. Единственные витамины, которые он в последнее время потреблял, всего достаточно. Ребенок практически ничего не ест, кроме конфет и мороженого, пока витамины у меня вот эти спасают, выручают. Есть здесь витамин С, 60 миллиграмм, 100% доза. И цинк здесь есть, правда, 6% от дневной дозы. Вот, надеюсь, что для тошного иммунитета этого будет достаточно. Нет защитной крышечки, только California Gold Nutrition. Единственное отличие от Nordic Naturals. Сколько, давайте посчитаем, здесь будет омеги. Вот эти кислоты по АДХ. Здесь получается... Вот здесь получается ПДХ здесь 135, если я увеличиваю дозу двое, получается 270 миллиграмм. Хотя Nordic Naturals там 500, все 540 идут. Вот, но здесь получается, если я увеличиваю дозировку в два раза, здесь получается все равно в два раза меньше этих важных кислот. Но в принципе достаточно, я считаю, что в районе 300 ребенку будет достаточно. Ну по цене, конечно, они гораздо более бюджетные. Но на самом деле, если выбирать именно по концентрации, Nordic Naturals даже и дешевле выходит. Интересно. И здесь у меня помятые пришли Plum Organic Teensy Snacks, мои любимые, которые давно-давно не заказывала уже. Решила заказать. Абсолютно органические, USDA Organic сертификат стоит, такие вот пакетики с вкуснейшими конфетками из вяленых фруктов, концентрированного сока из концентрата. Они просто потрясающие. Вот так вот они выглядят невзрачно, но вкус у них просто улет. Просто персиковый тоже обожаю. И также купила два таких лосьона, один без запаха и с запахом. У нас, правда, в Норвегии есть они на Айхёрбе. Я видела их там. Тоже потрясающие составы, они более такие, легкая более у них консистенция, чем у кремов. Вот тоже с календулой. Вот, и без запаха. Вот такой вот я купила тоже для Сонечки. Не забывайте о том, что я делаю разборы составов косметических средств с сайта iHerb у себя на Инстаграме. Инстаринограм я там называюсь. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, где будет еще больше распаковок в будущем. Вот, а мы увидимся скоро. Спасибо, что были со мной, распаковывали сегодня. До новых встреч!